put you in a trance with a funky song. Cause you gotta be singing tough. Манипуляторы не выдвинуты, и консоль заблокирована. Сможем вытащить их? Перевернем ядро. Пора начинать. Таинственной маске Питера Квилла указать нам путь. Что же мне таинственность? Я же сам ее запрограммировал. Так, не расслабляемся. У Квилла талант нажимать не на те кнопки и перерезать не те провода. Лохматый грызун намекает на то, что ты приносишь неудачу. Квилл, кончай дурака валять. Эта штука без манипуляторов как без рук. Ха, они не выдвигаются, поскольку нет питания. Но их можно прикурить. Как? Найди их аккумулятор. И почему Космо не послал разбираться с этой задачей своих дуболомов? Все просто. Тут нужны профессионалы. Нужно выдвинуть манипуляторы. Да, в процессе. Может, лучше тебя наверх подсадить? Там должно быть еще оборудование. Гамора, не подсадишь? Разумеется. Можно а сюда. А знаете, обычно путешествующих через измерения заставляют проходить через карантин и Ракета, помоги! Не вопрос. Гранату взад и взлетишь как миленький. Так, забудь. Там точно что-то есть. Определенно. Сработало, да. Знаешь, из моих пистолетов вышли бы неплохие рабочие инструменты. Неплохо. Теперь выпустим второй. Я есть Грут. Грут ведроголовый? Ну-ну. Почему нет? Они берут рекрутов из любых дружески настроенных миров. Так, Гамора, теперь займемся вторым. Ладно. Ну так что, как думаете, замутит Квилл снова скрипожей леди? Она не леди. Она не способна до такого опуститься. Сработала! Пускайся к нам! Дело шло бы быстрее, если бы сканированием могли заняться все. Парни, у нас гости! Ага, снова эти зараженные уроды! О, я надеялся тут кого-нибудь найти, но не в таком виде! Теперь мы знаем, кто перевернул ядро, но зачем? Делаем больно, Гамор! Готово! Крут, твой выход! Я смогу! Продолжайте расследование! Это вряд ли! Здравствуйте, Боби! Страшновато стрелять рядом с корабельным реактором! А может, он будет в невидимом корпусе? Делай больно! Боль ждет тебя! Больше этот глупец не заморает имя корпуса Нова! Там готовься к бою, ракета! Напомните мне наточить клещи! Нам всем надо будет подлатать свое снаряжение! Это не тот корпус Нова, который я здесь искал! Видит глупо! Стреляй! Рун, нам нужно время! Покажем враг! Интересно, в корпусе Нова еще остался хоть кто-нибудь в здравом уме? Кажется, психопатов в этой галактике больше, чем нас! Нормальных! Сдохнем, блядь! Эти двинутые Нова! Нова! А вы заметили, что когда мы перенаправили ядро, грохот прекратился? Нужно найти способ туда забраться и выяснить, почему. Ракета, что говорит консоль?
Да кнопку нажмешь ты. Ладно. Просто нажми на кнопку, Квик. Сюрприз! Это штука-подъемник. Можно на ней подняться. Видать, крутые реактивные костюмы местным рядовым не полагаются. Да вообще, никто не уважает инженеров в наше время. Хотите эффективное техобслуживание? Эй! Опоры, они нам мешают. Снова эти уродцы! Эти посмосы от Пере перевернули ядро! Надо Пере от Пере перевернуть его обратно. Сначала покончим с ними. Обезвредьте эти мины! Советую уклоняться от левитирующих капсул, Питер Квилл! Кто ведет перестрелку у реакторного ядра? Кажется, Линк это не особо, парень! Питер Квилл. Дурацкая броня корпуса! Напомните мне наточить клинки! Если меч затупился, то ты здесь сильнее! Ну что, надерем задницу? Интересно, в корпусе Нова еще остался хоть кто-нибудь в здравом уме! Фильма ужасов! Питер в шоке!
Гамора с ума сходит! Давайте прежде всего вам я всегда могу на тебя полагаться, Гамора! Ломаю все кости! Поехали дальше. Я могу их просто вырвать. Не получится, крепыш. Но зато у нас теперь аппаратная под рукой. Кажись, я смогу убрать стопоры отсюда. Хорошо. Нас не остановить стопорами. Фу ты! Хитрые сволочи! Переставили цепи питания. Стопоры не снять. Мне надоели эти стопоры. Придется восстановить питание, переподключив все цепи по одной. Вот, я открою дверь. Включай визор, на нем видна проводка. Так, визор есть. Что дальше? Ты должен видеть на стенах проводку. Ищи маршрутизаторы под напряжением. Ищу светящиеся маршрутизаторы. Так. Как найдешь, подай на них заряд, чтобы переключить направление тока. Пальнуть в них электричеством? Ну да. Тебе нужны здоровые светящиеся провода, идущие к стопорам в центре. Ну так что, как думаете, замутит Квилл снова с силикожей леди? Она не леди. Она не способна до такого опуститься. Мой опыт говорит другое. Грут прав. Может, позвоним в космос, скажем, что попытались, и уберемся отсюда подальше. Мы же не виноваты, что тут все заперто. Мы выполним наше задание. Звучит, конечно, классно, но мы обычно их проваливаем. Не на этот раз. Мы делаем важное дело. Может забраться повыше и оценить обстановку? В процессе. Почему Космо не послал разбираться с этой задачей своих дуболов? Все просто. Сканируй дальше. Ищи путь наверх. Грут, у меня одна идея. Можешь корнями поднять меня вместе с этой платформой? Ну знаешь, корнелифт такой. Грут хочет попробовать корнелифт. Может, убийца Нова знает, как управлять машиной. У нее есть опыт. Я была убийцей, а не... Неплохо. Грут любит помогать. Да, он такой. Ну что, получилось? Пока нет. Переключи еще несколько.
Кстати, обычно путешествующих через измерения заставляют проходить через карантин и адаптацию. Стоит беспокоиться. Обращайте внимание на тревожные симптомы. Маразм, паранойя, агрессия. Ты сейчас описала нас. А как понять, что что-то не так? Похоже, стена здесь не крепкая. Дракс, мне нужно проделать тут дыру. Я займусь этим. Так, не расслабляемся. У Квилла талант нажимать не на те кнопки и перерезать не те провода. Лохматый грызун намекает на то, что ты приносишь неудачу. Но учитывая, что он мне указывает, что нажать и перерезать... Теперь вижу! Ты сделал половину! Займись остальными! Так, у меня начинает получаться. Скоро я смогу занять твое место. Да без проблем! А я с удовольствием займу твое. Ты так часто забираешься на его место. Я этого не слышал. Вот один маршрутизатор. Надо переключить. Да что толку от надежды Галы, кроме кучи неприятностей? Это миротворческий корабль. Способный наносить разрушения. В этом и весь смысл. Чтобы в конфликтах он был сдерживающим фактором. Нет, слушай. Карел бы с тобой согласилась. Здесь заперто. Можешь открыть? Нет, можешь запитать. Не отсюда, но что-нибудь придумаю. Грут, нужна твоя помощь. Корнелифт? Я есть, Грут. Там будет хорошо. Я есть, Грут. Ну, есть идеи, на что им столько энергии? Им всем понадобилось зарядить свои устройства. Свои что? Планшеты и прочие персональные электронные устройства. И для этого понадобилась бы энергоустановка корабля? Я не специалист по технологиям Кортеса. Так, я смогу перенаправить питание, чтобы выбраться отсюда. Классный план. О, да. Ну, кто умнее корпуса Нова? Вот еще один. Вам не кажется, что пора идти? А? Несомненно. Хм, что я открыл?
Похоже, у тебя все получилось. Теперь иди в аппаратную и жми отключить стопор. А я пока переверну ядро, чтобы мы могли ехать дальше. Дверь открыта, и питание пошло. Еще немного, и зайдешь за помощника инженера. Класс. Стопоры растопорены! Молодца! Дуй сюда, пока мы без тебя не свалили! И насколько вас хватит без главного нажимальщика кнопок? Мы знаем, что здесь есть зараженные. Значит, наверху с большой вероятностью творится что-то плохое, так? Наверное, им нужен источник питания, и мы их разозлили. Скорее бы разобраться, что тут такое. И вернуться к космосу за наградой. Вот и наша остановка. Эти двери заперты. Найди другой выход. Дракс, вдарь по панели, к которой провода ведут. Ха-ха, отойди. Приезжай в Калифорнию, отдохнем, развлечемся. Что это? Ничего. Нет, это. Опять перевернули ядро? Что-то снова заряжается. Класс. Супер! Мы застряли в вентиляционной шахте. Молодец, Квилл! Чувак, ты раздражен. Ты уж прости. Прощаю. Правда? Так просто? Если ты не в курсе, просящий прощения Квилл сейчас не самое важное из происходящего. Церковника. Да! Как-то тут все изменилось! Из-за гигантской машины! Уверяю тебя, Питер Квилл, именно здесь вы с девочкой чуть не разбились насмерть! Корал бы никогда не позволила сделать такое со своим кораблем! То есть она эвакуировалась? Не знаю! Может, забаррикадировалась в своей каюте! Я не жду! Мы не уйдем, пока не выясним, что здесь произошло! Так что это? Они используют этот луч, чтобы зарядить что-то типа аккумулятора! Стандартные галактические порты! Регелианские сепараторы! Катод и гри! Отдельные слова я даже понял! Впервые в жизни такое вижу! У меня все приборы зашкаливают! Но что это за энергия, понять не могу! Куда мне? Почет для пса! Просто кровь! Отчет для пса. Устройство высасывает энергию из контракта. Не забудь про энергокубы. Отчет для пса. Энергия накапливается в необычную упаду. Дрот, нам нужно глянуть на ту гигантскую лучи хрень. Переправишь нас!
отца! Нужно уничтожить эту штуку! Мы даже не знаем, что это! Да может, так мы наверняка разнесем весь корабль! И себя тоже! В этом ангаре столько энергии, что мои волосы электризуются! Не подставляйтесь под луч! Дельный совет! Старший галактик, говорит Космо, улики указывают на то, что надежда Карлы – ключ к тому, что происходит в галактике, что там шумит. Мы сейчас готовим исчерпывающий отчет. Да к хвосту твой отчет! Передай, что его рука нас чуть не угробила! Космо не отвечает за место доставки горы Континуума. С контракцией все довольно паршиво. Они ее убивают, это как пить дать. Расскажи, Космо, что происходит. У них тут гигантская лучехрень, нацеленная на планету. И она выкачивает энергию. Страж отыскал? Ой-ой. Что за ой-ой, Петр Квилл? Срочные дела, перезвони. Женщина, здесь пригодится твой опыт сражений с Центурионом. Рассредоточиться! А я маньяк! Храни не ели! Делай это, старая! Стреляй, туман! Бежи! Нам надо придумать какую-то тактику! Одна текущая работа! Его нужно поймать! Надо заставить его совершить посадку! Народ, летучка! Эй, грибы! Совсем ослеп, что ли? Мы с Грутом... Нет, я все вижу, выродок! Вы стоите на моем пути к победе! Мы? Это ты нам все веселье портишь! У нас больше шансов победить без твоей помощи! Эй, народ! Да вы что-то в полном рассинхроне. Вы совершенно не о том думаете. В одиночку веселья не будет. Надо объединить силы и крушить врагов в гармонии. Кто со мной? Умрите, нет! Вот так! Все именно на этом корабле.
найдем Карел, она нам все расскажет. Есть идеи, где ее искать? Начнем с ее каюты. Я даже знаю, где она. Ты знаешь, как нам выбраться? Да, благодаря Драксу. Выйдем через дыру, куда мы с Ники свалились, когда взорвался корабль Рейкера. А знаешь, ты так и не объяснил, зачем тогда вслед за ней прыгнул. Затем, что просто должен был. Поспешим, могут прибыть новые фанатики. Нужная нам дыра за теми движущимися аккумуляторами. Нам надо их остановить. Давайте осмотримся. Бедняжка Контраксия! Я иду. Дракс, подтащи эту штуку поближе. Полагаю, у тебя есть план. Кажется, я зря старался. Успешный план состоит из этапов. О, опять читал книжки по бутылкам? Питер, нужно как-то затормозить эти батареи. Я все же не понимаю, что произошло. Какой-то бунт? Думал, что это сработает. Что я упустил? Ракета, а рядом с этими аккумуляторами точно безопасно находиться? Нет, да все равно не угадаешь, что тебя убьет. Эти уроды или радиация? Нет смысла думать о прошлом. Нужно смотреть вперед. Ракета, куда ведет вентиляция? Лишь бы подальше отсюда. Нужно приготовиться на случай, если зверь попробует уничтожить машину. Да, спасибо. Имей в виду, эту штуку может расклинить. Нам нужно как-то пройти. Все по моей задумке. Впечатляющий. Надеюсь, он от этого не взорвется. Предлагаю тут не задерживаться. Отлично, вперед! Туннель на той стороне. Хорошо, что больше никто не появился. Был бы у нас Милана, я утащил бы себе один из этих аккумуляторов. В одиночку? В смысле, утащили бы! Мы с Драксом! Если бы ты вежливо попросил. В отчет для пса. Грохот продолжается. Бедная Контраксия. Объединитель обнаружил вторжение. Вперед! Мы разберемся. Ее боли. Живо! Их слишком много. Прыгайте в дыру. Все же не понимаю, зачем ты прыгнул за девчонкой? В десятке твоих самых тупых поступков. Ты видел, как он за тебя волновался. Эй, без него она бы нас тут сгноила. Я боялся, что нас засадят на подольше, если он погибнет. Это было так мило. Я вас ненавижу. Так, Грут, кажется, я знаю, где мы. Надо только попасть в тоннели на той стороне. Залез, Грут. Нет идей, что именно этот пылесос переросток делает с Контраксией. Есть. Все мрачно. Я почти уверен, нам сюда. Почти уверен? В прошлый раз тут все было в огне. Хочешь, могу устроить. Нет, ракета. Нет. Это разве не кусок корабля-объединителя? Объединителя. Да пофиг. Они упоминали, что Рейкера арестовали по той же причине, что и нас. И совсем по той же. Он что-то искал в карантинной зоне. Ну и в чем разница? Мы искали не одно и то же. Это... Забудьте о Рейкере. Наша задача — отыскать Ники. Твоя задача. Моя — не сдохнуть на этом дебильном корабле. Пес хочет, чтобы мы отыскали Центуриона Карел. Точно. Значит, три задачи.
Шума больше, чем от кататианина, оставшегося без завтрака. Да уж, надо нам тебя покормить. Не думал, что вы с девочкой провалились так глубоко, Питер Квинн. Я не провалился, я прыгнул, как герой. И как вы с Ники тут в прошлый раз пробрались? Да вроде ничего на проходе не было. Только огонь. Придумай что-нибудь! Крут, давай еще разок. Мы найдем Карел и Ники. Так что, все согласны, что Центурионша с девчонкой вряд ли выжили? Карел пережила ужасы войны и роман с Питером. Да я готов поспорить, здесь они не выжили. Ты готов поставить деньги на смерть матери с ребенком? А если мертва лишь одна? Тебе не кажется, что, учитывая их отношения с Питером, это неуместно? Ники — невероятно находчивый подросток, а Карел — боец. Я готов спорить, что они обе живы. Не зарывайся, Квилл. Подумаешь, одно пари в карантинной зоне выиграл. Да, спасибо, что напомнил. Будь там осторожен, Питер Квилл! Да, в прошлый раз тут явно меньше искрило. Проверь, не плавает ли там где-нибудь труп девчонки? Ракета! А что? Надо все варианты проверить. Гамора, перерубишь эти трубы? Не в трубах проблема. Отключишь электричество, тогда поговорим. Неплохо. Что ж, следов Ники или Корел здесь явно нет. Ну, это же хорошая новость. Говорит, пора думать, как отсюда выбраться. Мы думаем найти ответы на наши вопросы и вызвать Космо. На ваши вопросы. Ты случайно Ники не видел? Прости, что? Ты хорошо себя чувствуешь? Это один из роботов Ники. Она им всем имена дает, заботится. По нему не скажешь, что о нем кто-то заботился. Питер Квилл, это место не кажется мне безопасным. Лучше так, чем когда в тебя стреляют. Ты говори за себя. А ты предпочел перестрелку? Лучше стрелять в того, кто тебе не нравится, чем искать того, до кого нет дела. Нашему предводителю, похоже, есть. Так и нам следует сделать вид. Не сомневаюсь. Отчет для пса. Грохот продолжается. Бедная контракция. Осторожно, Питер Квилл. Так, мне кажется, в прошлый раз тут никакого зеленого газа не было. То есть смертельно опасного зеленого газа. Тут сплошная смертоносная западня. Ведь есть какой-то способ запаять эти трубы. Да уж, надеюсь, потому что я в это соваться не собираюсь.
Как насчет твоего магического ледяного оружия? Или, быть может, тебе нравится отдыхать леденящий аромат смерти? Вот так! Остынь-ка! Да, это убого даже по твоим стандартам. Снова гаснет! Может, Ники и Корел используют его, чтобы защититься? Или, ну, мало ли, они мертвы. Чувак, знаешь что? Ты ведешь себя как последний кретин. Даже хуже, чем обычно. Я чувствую напряжение. Может, уже перестанете оба, а? Согласен. Или помиритесь, или сразитесь насмерть. Это не моя вина, что команда разваливается. Послушай, Ракета, я знаю, что порой веду себя отстойно. Все мы такие. Уверен, именно это нас и сплотило. Я не отстоен. Я к тому, что вы все мне дороги. Но прямо сейчас опасность грозит не вам. Ведь Ники всего лишь подросток. Но у нас не признано, что не отстоен. Уж будь уверен. Это точно правильный путь, Питер Квилл? Нам не туда. Я осматриваюсь. Разруби, Гамора! Только наточила! Ты уверен, что нам сюда? Главное, будьте начеку. Знаешь, Питер, если Ники и Корел действительно... Они живы. Просто нужно быть готовыми ко всему. Они живы. Ну куда он опять попёрся? Может, ищет улики. Типа, ни у кого нет идей, что именно этот пылесос-переросток делает с контракцией? Есть. Все мрачно. Что-нибудь в отчет для пса? Нет, ничего подходящего для отчета. И следов Ники или Карел тоже. Это Тиан учит перед лицом вечной тайны смерти, думая о том, что доступно разуму. Буду иметь в виду. Больше, чем от кататианина, оставшегося без завтрака. Да уж, надо нам тебя покормить.
Интересно, сколько еще планет они сейчас такими же штуками фигачат. Какая пессимистичная мысль. Вот. Нам точно сюда. Отметки говорят об обратном. Вот именно. Секретное убежище Ники совсем близко. Мы ищем не каюту Центурионши? Ну да, после того, как заглянем сюда. Постарайтесь ничего здесь не сломать. Это место для нее важно. Ого. Это все Ники нарисовала? Ничего так, да? Ники! Девочка, покажись нам! Советую вести себя менее угрожающе. Это Питер! Пират! Ники! Мы не будем тебя убивать! Нам нужно... Я знал, что пригодится. Откуда у тебя их ключ? Дверь открыта, Квилл. Ее здесь явно нет. Так что забей. Берегись, Питер Квилл. По опыту скажу, дети из игрушек ловушки делают. Это не Ники, а моя. Так мы разбираем ее вещи, я бы тогда... Нет, в прямом смысле она принадлежала мне. Квилл, тебе стоит это уверить. Девчонка тобой бредит. Почему у нее твоя игрушка? Да я просто дал ее Карел, когда мы встречались во время войны. Так, на память. Это ничего не значит. А это значит что-нибудь? Сколько лет ребенку? 12. Ха! Какая радость, Питер Квилл! Ты будешь скверным отцом. Но если ребенок мертв, в этом случае не важно. Погоди, погоди. Ты нас за этим притащил? Конечно. Ребенку 12. И Питер Квилл был с матерью 12 лет назад. Это факт. Ты не знал? Да, хорошо. Сроки вроде как совпадают. Значит, это возможно. В школе это не преподавали. Обалдеть. Ладно, давайте убедимся, что Карел и Ники целы. Они явно не здесь, так что пойдем искать дальше. А только мне неловко так вот копаться в ее вещах. Питер Квилл ее отец. Торгаться в ее личную жизнь его обязанность. Я уверен, ее здесь нет. Кажется, он не свыкся. Все никак не привыкну, что она рубит во всей этой технике. Я куда круче. Да, но ей 12. И что? Мне 15. Видимо, Ники не фанат Скрулов. А кто вообще их фанат? Действительно. Не дурной верстак для девочки. Думаю, Ники не будет возражать, если мы им воспользуемся, а, ракета? Даже если будет, мне плевать. Так, принимай работу. Так что мы там делали? Поздравляли тебя с такой дочерью. Сколько ни пялься, правды не изменишь. Никакая это не правда. Запутавшийся подросток что-то там проецирует. Так, тут слева должен быть проход в каюту Карел. Ага, вижу. Не факт, что там изнутри не заперто. Посторонись, звездный папаша. Смешно.
Ребят, а можно не смеяться на эту тему? Я переживаю за них. Я способен сочувствовать тебе и шутить над тобой одновременно. Вынужден признать, Квилл, твоя Ники недурно тут все устроила. Как она свой терминал от аварийной сети запитала? Я же говорил, она смышленая. Тогда, возможно, она действительно не твое дитя. Да, это точно. Нет в ней твоего фирменного слабоумия. А может, тогда она в маму пошла? Ну, хоть немного глупости ей должно было передаться. Если бы у меня была дочь, она точно была бы круче и сообразительнее всех. Прям как Ники? Ну да, наверное, да. Не, пацанка явно в мать пошла. В этом лифте мы были с Карел и Ники. Если повезет, это как раз они и спускаются. Нам хоть когда-нибудь везло? Это слишком вероятно. Я знаю одно. Этот лифт у меня уже впечен. Да, я вправил полков по этому пасту. А как еще? Видите, не вправо смысл. Внимание! Кто-нибудь еще волнуется о том, что мы найдем в каюте Карел? Ничего не найти. Жажду разгадать тайну. Да, ты теперь всегда будешь в папашу играть. Все в порядке, мы можем за себя постоять. Я знаю, просто... Мы их найдем. Спокойно. Значит, каюта Карел где-то наверху? Ну да, надо туда подняться. Я тут подумала. Снова этот газ. Да-да, он тормозит. А ты думаешь, у него эмоциональная зрелость, как у двух лет. О ком еще? Чтоб вы знали, я супер эмоционально зрел. В отчет для пса. Мы заблудились. Ты осознаешь, что готов скорее сунуться в комнату со смертоносным газом, чем принять ответственность за дочь? Неправда. Хватит психоанализа. В отчет для пса. Нет тут ничего для отчета. Может, спросить у кого-нибудь дорогу? Эй, я способен попросить о помощи? Вперед, в каюту Карел. Нелегко, наверное, оказаться папашей раздолбаем. Некоторым требуются годы, чтобы осознать масштаб ответственности. Ну, перспектива оказаться отцом и впрямь немного... пугает. Немного? Прими свою панику, Питер Квилл. В ней вся суть отцовства. Так, дело дрянь. Здесь было сражение. Да, я на это и реагирую. И я по-своему. Мне это не нравится, Питер. Да, тут была перестрелка, но кто в ней победил, мы не знаем. Я думаю, что знаю. Где находится эта каюта? Она где-то здесь. Пойди найди что-нибудь в этом бардаке. В момент сомнений иди на смрад смерти. Я тут думал... На моей планете молодых отцов принято купать в реке крови.
счастью для Питера, мы не на твоей планете. Есть тут кто? Карел? Ники? Никого. Точно никого. Может, прячется. Тут всегда были странные надписи на стенах. Попробуй взломать ее компьютер. Может, смогу стереть досье на себя? Ракета! Шутка! Я посмотрю бортовой журнал, чтобы узнать, что произошло. Ладно. А мы пока осмотримся. Может, найдем какие зацепки. Что там с терминалом? Здесь неплохая защита. Нужно время. Ладно, ждем. Ники! Я вижу следы потасовки, Питер Квилл. Да, ничего хорошего. А, аппетитно. Есть идеи, как это понимать? Нет, но здесь пахнет кровопролитием. С каких это пор ты научился говорить образно? Я способен расти над собой. И тебе рекомендую. Что это? Угроза какая-то? Согласно законам о чистоте крови, Совет 3 требует свидетельства о происхождении Ники. Законам о чистоте крови? Карелла об этом тебе не рассказала. Кри очень серьезно относится к чистоте своей крови. Плохо дело. Для тебя? Да нет, для Ники. Думаете, в этом как-то замешаны Кри? Совет Кри действует прямолинейно. Если они хотят кого-то покарать, об этом узнают все. Карел и Ник показательно поверили бы. Сходство просто поразительное. И вовсе она на меня не похожа. Она синяя? И почему Карел мне о ней не сказала? Она пыталась ее защитить. По законам Кри о чистоте крови отношение с тобой карается смертью. А, ну, да. Значит, когда Карел говорила, что нам нельзя... Она говорила серьезно. Удостоверение личности Ники. Но что-то с ним не так. В каком смысле не так? Не пойму, какое-то оно неправильное, что ли. Не уверен. А дата ее рождения на этом документе есть? Соответствует она сроку вынашивания у Кри? Я не в курсе. Так, я в системе. Но новость будет неутешительной. Что ты нашел? Ты сам посмотри. Эй, Квилл! Хочешь глянуть, что я нашел? Что здесь такое? Пусто. А наш капитан должна вести журнал. А ты ведешь? Я о чем? Записи пропали. Все! Словно мир осознания попыталась вообще все отключить. Выключить и включить. Пробовали? А резервные копии? Разве на кораблях корпуса нет для этого специального сервера? Точно, Nexus, да. Если в системе остались фантомы, то... Я в этом не участвую. Не в буквальном смысле фантома, он про остатки данных. Так? Да, но придется подключиться к Nexus напрямую. С мостика корабля. Мы не уйдем, пока не выясним, что случилось. Значит, идем на мостик. Судя по схеме корабля, мостик должен быть там. В отчет для пса. Это ж один из тех жрецов. Значит, церковь и впрямь в этом замешана. Нужно срочно сообщить собаке. О, нет. Твой же хвост! Я сваливаю! Не двигаться!
Роботе-жреце. Я есть Грут. Грут говорит, псина не отвечает. Продолжай вызывать. Мы подумаем, как отсюда выбраться. Правда? Это же серверное, так? А серверы — это информация. И что, я провод от сервера в башку себе воткну? Нужен центральный терминал. Ты сказал мостик в той части коридора. Значит, надо перебраться туда и наверх. Ну и... как перебраться? Визор у Питера. Если он его не сломал. Не сломал я его. В отчет для пса. Нам повстречался новый могучий противник. Фантомы не обнаружены. Да не буквально фантомы. Фантомные данные. Нормально. Достойно, Питер Квилл. Откуда мне знать, почему Пудель не отвечает? Пытайся снова. Странно, да? Такое ощущение, что миросознание словно бы выключились. Очень странно. Может, оно перезагружается? Так, судя по той карте, Нексус должен быть прямо над нами. Мне швырнуть грызла? Нет! Да брось! Ладно, осмотримся. Может, что найдем. Эх, вот бы покопаться в одном из этих серверов. А наш план не в этом? План был добраться до мостика и надеяться, что Нексус не заблокирован. Но надежды мало. Нужно рассказать собаке о жреце. Роботе-жреце. Я есть Грут.
Нормально. Достойно, Питер Квилл. Я есть Грут. Откуда мне знать, почему Пудель не отвечает? Пытайся снова. Почет для пса. Нам повстречался новый могучий противник. Фантомы не обнаружены. Да не буквально фантомы. Так, судя по той карте, Нессус должен быть прямо над нами. Мне швырнуть грызуна? Нет! Добро! Ладно, осмотримся. Может, что найдем. Странно, да? Такое ощущение, что мир и сознание словно бы выключились. Очень странно. Может, оно перезагружается? Знаешь, из всех слов, что ты мог употребить, это на удивление уместно. Или перезапускается, я путаю. Я вижу там в углу открытую панель. Уверена, нам туда. Отлично. Осталось только перепрыгнуть через эти плавающие серверные штуки. Предельно безопасно. Они удерживают в себе немыслимые объемы информации. Уверен, наши тщедушные тела они тоже выдержат. Ну, мое выдержит. Я есть Грут? Ну и твое тоже. Это очередная ситуация, в которой лидер первым не идет? Мне кажется, он должен пойти первым. Эх, вот бы покопаться в одном из этих серверов. А наш план не в этом? План был добраться до мостика и надеяться, что Нексус не заблокирован. Но надежды мало. По-моему, нам сюда. Возможно, стоило допросить робота-жреца. Точно! Как столкнемся с гигантским роботом... Не разбей, грызун, стекло! Всего этого можно было бы избежать. По-твоему, это он виноват? От его панической беготни оно окончательно треснуло. То есть твоё гигантское пузо тут было совершенно ни при чем? Парни! Эй, Грут, еще не удалось связаться с Космо? Я есть Грут. Нет, никак. Доберемся до мостика, сигнал наверняка будет лучше. Не. Оно не так работает. Никогда не понимал, с помощью какой магии хранить столько информации. Это ты про серверы? Про все. Серверы, компьютеры, техника. То есть ты вообще не понимаешь, чем я занимаюсь? Именно. Ну вот, добрались. Командный центр. Значит, вон там находится терминал управления Нексусом. Надеюсь, там будет то, что мы ищем. Твилл, доверяю это дело тебе. Это для тебя нетипично. Небось, думает, что терминал заминирован. Заблокирован. А хотя... Ники очень не хотела, чтобы Карел знала об этом ключе. Да чтобы карточка какой-то девчонки открыла доступ к Нексусу. Готово. Шутишь? Да! Получилось. Переходи уже к самому интересному. Сила нова в действии. Медитация и душевное здоровье. Практическое руководство. Я бы взяла себе экземплярчик. Я пас. Я не поняла, она превратилась в лейку? Так мне сказали.
Я вас ненавижу. Не нравится мне это. Наверное, файл испорченный. Как и все в этой галактике. Внимание опергруппе. Все отбывающие на задание в карантинную зону должны удостовериться, что их встроенные камеры включены. Спасибо. Карел такая Карел. Все по инструкции. Да уж. Открой досье преступников. Квилл, мы и так знаем, что твоя подружка тут работает. Агент Таноса? Гамора, как ты это объяснишь? Никак. Это ж была не я. Зацените, и у Ники досье. Скучно. Я слышал о нем. Он был героем. Вот только мертвый герой ни хвоста не значит. В отлучке? А кто за главного? Хороший вопрос. Это специально врезалось в Левиафана, но все равно считается лучшим пилотом, чем Квилл. Эй! Что? Правда, глаз колет? Ставлю 20-ку, у меня длиннее всех. У них список приводов 1 на 2. Про этого я слышала. Он из Смертельного Легиона, это такая частная армия. Смертельного? Скорее, сопливого. Да что у вас, земнюков, за тяга к дебильным именам? Эй! Звездный лорд, это тебе не какой-то там темный ястреб. Одно — самая крутая группа всех времен, а другое — птица. Какой, оказывается, у Дракса список приводов длинный? Мать твоя так же сказала. Мамочка, кто у него умерла? Я думала, там будет больше. Как же мало они знают. Я есть Крут. Тебя? Кумпологоловым? Только через мой труп. Для сравнительно оседлого вида земляне много где побывали. К сожалению. Эй, а это не тот, кого мы видели, когда пытались выплатить штраф? Точно, он! О, тут подружка Дракса. Леди Хеллбендер не моя подружка. Пока что. А это твой приятель из бара? Ага. Великий объединитель Рейкер. Что же ему было нужно в карантинной зоне? Вряд ли что-то хорошее. Читайте и завидуйте, сосунки. Нет такой статьи, которую бы нам с Гротом не предъявляли. Вот так. Предъявили, значит, поймали. Ты в курсе? И что? Ого, а копы умеют пуститься во все тяжкие. Обвинитель — это эквивалент судьи, присяжных и палача. Ну да. Ого, твой список приводов длиннее, чем я думала. А ты думала, он какой? Крошечный. Еще один землянин. Да я ж говорю, Квилл, С-53, помойка галактики. Кстати, из-за назначенной Йонду награды мы встретили Квилла. Хорошо, я убедил вас меня не сдавать. С чего ты взял?
Мне не знаком этот Кри. Он из безымянных. О, страшно. Ладно, давайте посмотрим. Да, прям глаз не оторвать. А ведь могли бы и дальше читать досье на меня. Не надо. А я-то думала, как они нас засекли. Значит, Квилл на сенсоры напоролся. А это не тот буровой корабль из карантинной зоны? Ну, супер. Похоже, твоя связь с синей подружкой не помешала ей продолжать шить на нас дело. Я все же не понимаю, как корабль церковника взорвался. Корпус снова славится дотошностью в вопросах безопасности. Это называется тупизм, Дракс. И у ветроголовых этого хоть отбавляй. Тут наверняка что-нибудь будет. Эй, а это не... Корабль, который мы обшарили в карантинной зоне? О. Когда сделана запись? Сигнал усилился. Значит, мы близко. Насколько? Не ясно. Слишком много помех. Центурион Карел, посмотрите. Она вошла после нас. О, вмять. Та тварь. Как считаешь? Это существо съело нашего монстра. Фу. Да там миллион таких. Туда ведь не зря летать запретили. Нет, это ты, Юлиш. Эта тварь не имеет к нам отношения. Камень, что подняла Карел, кажется, мы в него стреляли в карантинной зоне. Мы? Ты в него стрелял. Ладно, я не об этом. Из него появилась та странная тень. Мы причина. Карантинная зона — большая душегубка. Ну, выпустили мы эту тень. Сами-то выбрались. И твоя подружка, скорее всего. А говорил всю дорогу, что она скорее мертва. А может, жива, может, мертва. Неважно. Главное это, мы все целы. Карел крутая. Если кто и выбрался, то она. Я знаю. Очень надеюсь. Галактики. Вы поняли нас неверно. Да что уж тут непонятного. Жертвовать иногда приходится. А кто его знает? Грут, верхом на звездах. Объединитель. Рейкер. Верно? Без дураков, нам льстит, что мы у вас на слуху. Правда, ребят? И так круто, что вы не пришили нас сразу, да еще при помощи ваших горилл. Они было собирались порвать нас, но появились вы. В общем, за это мы вам благодарны. Но просим вас ответить на парочку вопросов. Скажем... Где сейчас Центурион Корел?
и ее дочь. За правдой вы сюда пришли. Радуйтесь. Матриарх желает ее вам открыть. Показывают, что не боятся. Проверенная тактика. Кататианские воины часто идут в бой, в чем мать родила. Стриптиза не нужно. Слушай, это могло бы отвлечь их внимание. Да, не то. Есть другие идеи. С пазом сможешь? Даже с пеной. И с судорогами? Да, могу изобразить. Ладно, как маякну, ты в припадке на пол вались. Они тобой будут заниматься, а мы в один из коридоров дернем. А мне как быть? Ты, в общем, это... Ты проявишь героизм. Я не собираюсь. Прошу за мной. Ну же, Квилл, вались. Изобрази подучую. Давай другой план. Так матриарх прям нас хотела видеть? Именно тебя. Не понимаю, почему. Питер вообще полон сюрпризов. Хотя, если речь о том, кто первый на промывание мозгов... Вот что вы думаете. Что мы промываем мозги? Мы столкнулись с вашими обращенными. Назвать их фанатиками – ничего не сказать. Они приняли обещание матриарха. Да, это меняет личность. Но они пошли на это добровольно. Квилл, тот дрон – это наш шанс. Что? Как? О чем это вы шепчетесь? Ну? Я не шут. Спрашивает, в курсе ли ты, что ты злодей? Упрощенные понятия типа добра и зла довели нас до галактической войны. Да просто обсуждаем, до чего огромный у тебя корабль. Величественно, верно? Вера в матриарха вернула ему довоенный облик. Как вернет нам и всех, кого мы ранее потеряли. Матерей. Любимых. Детей. Обещание вернет умерших? Конечно, нет. Они не могут вернуть умерших. Не мы, но матриарх. Священный сосуд. У меня идея, но нужно время. Может. Отвлеки его. Что за... Если бы я хотел вас убить... Ух ты! Обалдеть, это... вот это крутяк. В чем фокус, объясните? Колдовство. Меня не удивляет, что некоторые думают так. Но я применил науку. Это наука вера. Вера – наука? Вздор. У веры – энергия. Этот бот. Мои инквизиторы. И даже сама Сакралия. Все питается одной и той же чудесной энергией. Энергией, открытой мной. Я хакну дрон, отвлеки его. Что сейчас? Что? В чем дело? Скажите, это
Это ваше открытие дало вам возможность энергией пользоваться. Энергией веры. Да. Просто мне кажется, энергия, как ее, веры, она... Я думаю, в общем, Гамора имела в виду, по вашим словам, у вас столько... Энергии веры. Да, но мы встретили вас впервые. На Надежде Халы, где, помнится, вы застряли без топлива в челноке. Да, это правда, но... Тогда что ж вы не поверили, что ее еще немного да осталось? Не так это действует. Энергия веры из веры же и выделяется. Безусловной веры. Ну да, конечно. Я свидетель тому. Безусловная вера в него — это то, что помогло нам выжить. Ну, продолжайте же. Стойте. Вас было больше. Что? Нет, не было. Сей факт мы бы из виду не упустили. Конечно. Прошу, дальше. Так увлекательно слушать про... ну, эту. Вы упомянули каких-то их. А кто это? О чем ты? О чем вы говорите? И не могли бы вы поговорить об этом еще? Я рассказывал о нем. Целители, что отказался вернуть к жизни моего сына. Ты, слезай немедленно. Встань к остальным. Что? Я просто любовался. Молчать. Сейчас вы встретитесь с матриархом. Так, нужно вызвать Милана. Как? Отвлеки ты великого уморителя, я бы тебе ответил. А так будем искать ретранслятор. Бессмысленно, этот корабль чрезвычайно обширен. Ладно, можем спросить дорогу у подружки Квилла, после того, как она нам мозги перелопатит. Кончай. А что? Мы все так думаем. Стражи Галактики. Спасибо, Объединитель. Стражи, подойдите. Питер Квилл, прикажи своему отпрыску сейчас же спуститься. Прости, если я дерзок, но... не маловато ли ты для таких коротких платьев? А ты не староват для имени на одежде? Что ж вы так долго? Ну да, дедуля много болтал. Мы тебя вытащим, подыграй мне. Но здесь нам и положено быть. Я спасу всех. Я должна, я обещала. Да брось, возьми себя в руки. Ты говоришь это по его указке. Стойте, спокойно, я... Девочка явно не в себе. Я вполне в себе. Но я больше, чем просто я. О чем ты? Где твоя мама? Мама здесь. Вот здесь. Внутри меня. Что ж, спасибо, все ясно. Свет объединил нас. Я думала, она погибла. Но я могу вернуть ее.
Они ждут, когда мы их вернем. Нужно лишь верить. Великий Объединитель помог мне понять. Это просто обман. Уж я-то в этом разбираюсь. Почему ты не веришь в меня? Почему ты не слышишь? Никто вообще не слышит. Я покажу вам. Ей не придется умирать, Питер. Ты спасешь ее. Я обещаю. Назад! Ваши гадкие лапы не тронуты волосы на его голове! Я сказала назад! Я не понимаю, как это вообще возможно! Теперь ты не такой крутой, да? Теперь вы за все заплатите! Я знала, что ты вернешься! Приходи, Питер! Ты сможешь! О, Питер! О, Питер, сынок! Мама, что происходит? Как это возможно? Ты спас меня! Вот как! Я знала, ты бы меня не оставил! А, конечно, в смысле... Ну и ну, совсем взрослый! И ты великий лидер, как я и предполагала! Питер, я так тобой горжусь. И папа бы гордился. Я не понимаю. Ты же умерла. Я что? Вернулся? Ты здесь. Вот что важно. У нас с тобой уйма времени. У тебя, меня и у твоих друзей. Друзей? А что? У нас же огромный дом. Я жду встречи с твоей смелой командой и рассказов про безумные приключения. Это ж... Я же так об этом мечтал. О, ничто нас больше не разлучит, обещаю, Питер. Обещаю. Не верится, что ты здесь. Мам, мне бы вдохнуть. Нам столько нужно наверстать. Может, мы наконец доиграем в ту игру? Чувствуешь обещание вокруг нас? Матриарх навсегда вернет нас друг к другу. А вот его, похоже, можно заменить. Свечи как новые, значит, дело не в них. Немного разболтался, но причина точно не в нем. Масло, наверное, можно подлить. Питер, ужин почти готов. Да, уже иду, мам. Мередит Квилл, где ты хранишь разделочные ножи? А, около плиты есть один, в ящике. Там лишь тупая железяка, негодная даже ребенку. Да, это он. В следующий раз я привезу тебе кататианский клинок. Ну, наконец-то, Питер. Я уже собиралась выйти еще раз тебя позвать. Что-то никогда не меняется. А, Питер Квилл, твоя мать как раз поведала нам о твоем отрочестве. Только о самом интересном.
Она также сообщила, что нашла для тебя подходящую супругу. Но ты отказался образумиться. Дракс, ты сказал, это останется между нами. Хе, вот в чем ваша ошибка, миссис Квилл. Мам, мы на Земле всего полдня, а ты уже пытаешься меня с кем-то свести? Я уже заждалась внуков, Питер. Ты не рассказывал ей о Нике? Нике? Кто это? Это незаконнорожденная дочь Питера Квилла. Ваша незаконнорожденная внучка. Я пытался найти удачный момент, чтобы тебе рассказать. Похоже, за ужином нас ждет серьезный разговор, Питер. Почему-то у меня такое чувство, что меня накат. Ну-ка, быстро мыть руки, Питер. Мам, что случилось с моей комнатой? Ты так надолго улетел. Нужно же было как-то жить, но закончить дыхать. Ракет, не поможешь мне накрыть на стол? Само собой, миссис Квилл. Эй, Квилл, можешь сделать что-нибудь со своей шапкой? Она на меня пялится. Да он просто хочет поиграть. Может, выйдешь с ним на улицу? Побегаете? Это ж... Я же так об этом мечтал. О, ничто нас больше не разлучит, обещаю, Питер. Обещаю. Не верится, что ты здесь. Отпусти, хватит. Не верится, что ты здесь. Серьезно, мам? Хватит обниматься! Питер! Питер, ничего, ты напуган. Почему ты не веришь? Не хочу снова тебя терять. Ни за что. Я не понимаю. Давай, Питер, пока он отвлекся, доберемся до Ники. Пап, давай, подъем! Времени мало! Мы ничего не успеем, мама скоро придет! Давай, вставай! Ники, что? Что за... Что за черт? Надеюсь, я не внутри странной серии «Сумеречной зоны». Вы там внутри? Ребят! А когда я ее снимал и вешал в шкаф? Наконец! Помоги! Мама скоро придет, и надо все подготовить. Подготовить? Ко дню рождения! Сегодня! Ты опять забыл? Пап? Пап? Нет, конечно нет. Я не помню, как я заснул. Класс! Поможешь мне все сделать, как мы вчера договаривались? Ты мне помоги с проектором, ну и торт еще, и подарок наш с тобой. Хочу к ее приходу успеть все подготовить. Ну, ладно. Ого. Сама его испекла. Потрясно. Не, мне с планеты тортов доставили. Есть планета? Нет, я его испек... Так, остался подарок и проектор. Лучший папа в галактике. Это что, я? Кто ж еще?
Пап, проектор! Мы ведь еще на мамином корабле, да? Конечно! Какой ты странный! Странное — это слабо сказано. Мне такую не вручили. Хотя уж кто ее достоин, так это Карел. Ники, так и должно быть расплывчато. Конечно, нет. Там фокус сбился. Можешь подстроить. Ого! А здорово вышло. Я боялась, что не будет правдоподобно. Стоп. Сама нарисовала. Ага. Это Хала и ее звездная система. И я все луны нарисовала. Красота. Дело только за подарком. Он был где-то в комнате. С днем рождения, Ники и Питер. Твоя треуголка! Ты ж сам мне подарил, не помнишь? А, точно! Ничего я не помню. Ого! У тебя Чуи! Ага, он капитан Милана. Что, правда? Ну, поздравляю, типа. Но я этого не помню. Нашел? Да. Положи к остальным. Да, вон там. Положи на стол. Сделано. А что там? Мы вместе купили. Помнишь, мы гуляли на Забвении, ей понравилась картина? Вид на Крилар. А, да, точно. Еще что-нибудь? Вроде нет. Как тебе? Потрясающе. Маме понравится. Спасибо, пап. Я тебя люблю. Ладно, я... Ники, почему заперто? Мама! Я все проверю, а ты открой ей дверь. Сюрприз! Питер, что это вы... Нет! Не верь, Питер. Это не наяву. Ее обманывают. Она не должна была быть там. Увиденное ею... Я не знаю как, но мы трое теперь связаны. Эта тварь овладела ею, но ее можно спасти. Ей надо смириться с тем, что я умерла. Помоги ей меня отпустить. Освободи мою дочь. Спаси ее. Прошу! Дитя! Отведите матриарха назад! Ну же! Вы не приняли обещание и показали, что вы недостойны! Вы будете уничтожены! Так нельзя! Что ты сделала? Нет! Меня сейчас вырвет! Сейчас! Займись Рейкером! Так! Покажи! Берись со своей судьбой! Покажите! Этого не может быть! Полегче! С трупом взорвать!
Маша! Разрешаю сводить личные счеты! Он забрал девочку! Это личное! Ох, а ему все ни по чем! Дедуля, мырями своими решил пугнуть. Не дайте им из зала выйти. Вот черт! Я не позволю этому гаду снова ее взять! Забейте на проповедника! Нас сейчас порвут! Это враждебно все в меня! Подрывай ракету! Моя великая сила не используется! Поехали, поговорим с ними! Мне казалось, тяжело найти! Гляди, командир лечит подчиненных! Так, это нечестно! Народ, летучка! Прям разносим, Квилл! Ты видел выражение на их лицах, когда я обрушилась на них сверху? А какие рожи они корчат, когда грудь цепляет их клетками! Точно! Я удивлена, но сражаться с вами классно! Ха-ха, все так, да. Я понимаю, что в бою у нас все тип-топ. Мы их уделываем, и это классно. Но... стоит расслабиться, потерять голову и начать выделываться прям в драке, то все. Кто со мной? Ощутите мой гнев! Следующий! Мощно! Слушайтесь! И сказала Гамора! Да будет больно! Займись, летуном! Отлечу свой отряд! Ты сидишь в муках! Наполнены светом! Не попади под руку усиленному! Кто-нибудь прихлопните эту муху! Как вам это? Готовься к смерти! Поехали, поговорим с ними! Мне казалось, ты был на насилие! Давай сюда свои бомбы! Как они научились, так пари! Это истинная дерзость! Эти получают приз за самый лучший костюм! Ай, просто портрет! Да что ж такое? Почему он помогает всем, кроме нас? Мы должны уничтожить их целителя! Сколько раз я уже попал в мою задницу? Оно чего? Они нас атакуют! Есть вышибалы? Да, и так бывает. Бежишь, друг! Время вышло! Ты готовься к смерти! Отпустим, да, я замру! Бейте их! Чисто меньше! Вот так! Я пожарил его мозги! И вера ведет их в пропасть! Мы здесь как на ладони. Как нам выбраться? Надо было дать мне покопаться в дроне! Теперь придется идти вслепую, искать радиорубку, чтобы вызвать Милана. Что-нибудь придумаем. Как нам подняться? Берегись! Я вижу лестницу. Предусмотрительно. Гамора, стой! Мне не нравится!
за наши шансы против целой церкви! Ой, молчи! Нам крышка, мы отсюда не свалим! Реально дрянь. Где же выход? Его нет! Так сделай! Работай головой! Я и думаю! Работай штукой на голове! Дракс, ударь здесь по стене со всей силы! Зачем? За тем, что нас сейчас убьет! Точно! Вперед! Мы можем сбежать через лифт! Ты спятила? Это токсичный хладоген! Нельзя в него взять и окунуться! Стоять тут тоже нельзя! Я неясно выразился. Прыжок туда! Мгновенная смерть! Дракс, ты в порядке? Да. Ну ладно, может это и не хладоген. Щекотно. Квилл, может, обсудим, что твоя дочь хочет убить нас? Рейкер с ней что-то сделал. Это... Как тихо. Как думаешь, может, они в старом рудном секторе? Нет. Великий Объединитель отправил туда других лидеров. Будь они там, их бы дезинтегрировали. Под хвосты. Я есть круг? Может, и да. Но если мы заблудились, и они нас не найдут. Нам крышка. Мы заблудились, и нам крышка. Момент! Дайте сориентироваться. Этот корабль очень большой. Доверься инстинктам, зверёк. Зверёк? Ну, всё лучше, чем выродок. Глупенький ты, зверёк. Хвост! Что они делают? Отрезают нам путь. Столько дверей. Ты знаешь, как нам выбраться? Знал бы, дайте мне покопаться в том дроне. Здесь какой-то из дверей. Которую? Явно не через ту, в которую вошли. Издеваешься? Ничего, мы справимся. Время на этих дуболомов. Чем скорее свалим, тем скорее спасем Никки. Начнем, тем скорее найдем Милан. Мы не бросим девочку. Крил, открывай двери. Сейчас. Сильнее заблудиться уже некуда, так что скоро нам повезет!
Кажется, это какое-то важное место. Выглядит как что-то важное. Прелестная комната. Питер Квилл, ты хочешь пройти по всему кораблю? Наоборот. Быстрее, быстрее, быстрее! Мять! Давай сюда! Отойдите! Черт, тупик! Что теперь? Туда! Выберемся по мосту! Если переберемся через пропасть! Вмять! У нас проблема посерьезнее! Снова дрон! Квилл, найди способ добраться до моста, пока нас не прошарили! Питер, скажи, что у тебя есть план! Вон там колонна! Дракс, толкни-ка эту колонну! Да! Какого хвоста? Да! Это был наш! Неважно! Вот он наш шанс! Бежим! Квилл, эта штуковина реально на тебя запала? Ничем не могу ей помочь! Надо идти дальше! Мне это не нравится, Питер! О! Это что? Камера пыток какая-то. Выглядят умиротворенными. Смерть бывает весьма умиротворяющей. Слушай, ты в порядке? Я будто снова на полусвете. Кое-кто из таких же, как я, на это даже купились. Крим говорили, что они избранные. Они в эту вмять верили. Даже подыхали. Ты не верил? Я был из башковитых. Я и... Лил... Не могу смотреть. Идемте уже отсюда. Хватит с меня этого. Надеюсь, радиорубка уже близко? Может, я это и знал бы. Не запари вы мой план. Значит, нет. На таком здоровом корабле наверняка есть несколько радиорубок. Какой-нибудь найдем. Все будет хорошо.
их много. Грутируй их! Ты, Гамора! Покрасаю! Что это за шум? А, я ничего не слышу! Покрасись, Гамора! Находи что-то вроде космических вампиров! Вместо крови высасывают веру! И летают на своем проклятом корабле! Они почти бывшие космические вампиры! Думаю, я больше не усну после того, что мы тут увидели. Я много повидала, но это место хуже всех. В следующий раз сам разбирайся. Я думал, мы... Подождите! Так, на чем мы остановились? И отчего мне кажется, что на нас сейчас движется толпа дуболомов? А так и есть. Мы не особо скрывались. Да! Да! Это точно она! Радиорубка! Наконец-то. Может, стоит забраться выше? Или же спуститься? Ракета, поколдуй. Да-да, я посмотрю. Вот и ретранслятор. Он-то нас и выручит. Ну и сколько на это уйдет? Я без тебя не справлюсь. Конечно. Хорошо. Постой. Вот здесь. Ладно. Порядок. Ну. Зачем притворяться, будто мы не видели то, что видели в церемониальном зале? Потому что обещание — это скрытая ложь. Ты в этом уверена? Я была готова поверить, но знала, что проснусь и... Все исчезнет. Что вы видели? Я... Я видел маму. Живую. Но там был кто-то еще. Призрак. Да, именно. Девочка у этой твари в руках. Видимо, она ей лжет. Про Карел. Знаю она. Вот ты мне врал! Что? Я специально так сделал. Милана уже в пути. Спасибо. Ладно, уходим, пока эти вервольщики не опомнились. Так куда пристыкуется Милана? Ха, ты смешной, пристыкуется. Разрешения на стыковку у нас нет. Будем импровизировать. Ладно, надеюсь, в космос сигать не будем. Почему же нет? Будем! Я даже нашел подходящее место. Что? Не дрейфь, я знаю, куда нас веду. Я есть круг.
Просто не сейчас. Здесь есть рабочий верстак. Если надо, давай быстро. Этот дрон нас преследует. Это просто бред. Что мы здесь делаем? Мало делаем. Вооружен, значит, предупрежден. Давай. Ладно. Во, любой профан справится. Даже ты. А теперь валим отсюда, пока можем. Нам надо на ту сторону, но эта дебильная дверь не запитана. И как ее запитать? Найти что-нибудь совместимое с этим разъемом питания. Кажется, ракета любит такие штуки. Отстой, ненавижу. Да уж. Может, электричеством ее? Она на вере. Так что, если только твои пушки не умеют пулять верой, нам крышка. Ладно, осмотримся. Может, что найдем? Вижу робота-убийцу. Может, его аккумулятор сгодится? Стоит попробовать. Ладно, приятель. Ты, главное, отдыхай. Я сейчас только... Не круто! Ты знаешь, что делаешь? Да. Он ведь в аккумуляторном отсеке. Подойдет? Сейчас узнаем. Подключай. Похоже, подошел. Кто-нибудь, ходите за разрушителем. Дракс, ты с нами? Дракс. Эй. Эй, Дракс, в чем дело? Мне пришло в голову, что все это может быть затянувшимся сном. Это не сон, точно. Но нам надо идти. Хорошо.
У меня есть к вам вопросы. Сейчас не до этого. Что? Я не путь. Ну да, малость стрёмно. Корабли не издают таких звуков. Даже у Читаури. Они поют? Скорее, будто молятся. В любом случае, их там целая толпа. Я есть Грут. У нас нет других вариантов. Ребята, что бы это ни было, я хочу, чтобы вы знали. Нет другой такой команды, которой... Ты уверен, что сейчас самое время для предсмертной речи? Гвост, что бы это ни было, оно реально близко. Что за... Мять! Да их здесь миллионы. Даже больше. Да? И как ты предлагаешь им помочь? Нам надо думать, как самим убраться из этой дыры. Мы выберемся. И расскажем Космо об этом кошмаре. Он разберется. Церковь пришла за нами! Мять! А можно угнать эту лодку? Возможно. Сломаю по грязному. Народ, оружие к бою! Я думала, оно у тебя всегда готово к бою! Я надеюсь, вы так же готовы, как и я! Не выйдет. Это щит, как у Рейкера. Я убил верующего! Отдохни, Гамора! Мы справимся! Умри с честью! Гамора, вперед! Эти фанатики понимают лишь язык силы! Хватай, дружище! Чувствую силу! Рейкер все популярно объяснит! Ракета! Пообещай, что не дашь мне оказаться на их месте. Что, я? Да, ты не подведешь. Слушай, если уж тебя схватят, то и нас тоже повяжут. Сделай, что сможешь. Хорошо. Ладно, поглядим, что можно сделать с этой штукой. Давай, давай! Ты уверен, что... О! Если крошечный аккумулятор веры снабжает энергией робота, страшно подумать, для чего им столько энергии. И они принялись за целые планеты, и это еще цветочки. Вы слышали? Ты о чем? Это... О! Все нормально. Они отскакивают от щита. Что за хвост? Щит отключился. Куда вы? Не высовывайтесь, я разберусь. Быстро бьем их и срочно валим отсюда. Похоже, это ловушка. Только не подставляйся! Они на своей территории! А чем они бьются? Нет! Мозга падает! Срочно сажаем эту пахань! Надо уходить! А теперь ракета! Теперь ищем другую лодку! Они хотят нас прижать! Не очень зря! Эй, дуболомы! Покажи свои волшебные палки! Покажи им, Гамора! Готово! Хотят отвлечь нас и вызвать подмогу! Работай, Скал! Лично отвлечь! Не могу понять, как ее вскрыть! Как нам отсюда выбраться? Да, нужно встретить эти две кишени! Встреть мы крутим! Им надо срочно причиниться! Смотри, он лечит своих друзей! Народ, летучка! Зачем ты отозвал нас из боя, Питер Квилл? Мы разносили врагов на части! Как будто...
будто режу клинком масло. Есть у кого с собой хлеб? Я сражался во множестве битв, но это самое блистательное. Да, блистательно, Дракс. Невероятно и безумно блистательно. Точно. Прямо как сверхновая. Не теряйте голову. Смотрите в оба и яростно бейтесь. Кто со мной? Мудрые слова, Питер. Плохо, Питер. Так в огню. Мы ищем лодку, в которой нет пассажиров. Моя великая сила не используется! Укрытие! Мой выход, ракет! Быстро бьем их! Не срать, что валим отсюда! Похоже, это ловушка! А чем они бьются? Просто смерти! Поможешь, Гамора! Сюрприз! Уберегись! Я их жду! Рискованное предложение, Древа. Да сколько же их тут? Ракета, оторвешься от них! Как? У нас такая же лодка! Сейчас щит накрылся! Не давай по нам стрелять! Надо уходить! Держи! Нас подбили! Сильно зацепили! Сильно! Придется садиться! Только не подставляйте! Они на своей территории! Они лезут из всех щелей! Робин! Плохо дело! Готовьтесь к бою! Нет! Такой огромный робот может немало вытерпеть! Великой Громила! Мы его одолеем! Эй, Квилл! Лодыри в беде! Быстро бьем их! И срочно валим отсюда! Похоже, это ловушка! Я убью тебя! Надо придумать, как сделать ему больно! Хотя отвлечь нас и вызвать подмогу! Работай! Есть на что отвлечься! Нет, что тут такое? Тут хранят собственно термоны! Если мы не революцион не смотрим! Решение очевидно! Сначала надо уничтожить его! Гамора, руби! Будет больно, но быстро!
усилим еще и подкрепление! Железный здоровяк меня напрягает! Этот механизм не предполагает, насколько мы сильны! Детки в руки, Трун! Ракета! Никого не жалеть! Только не подставляйте! Они на своей территории! Долгу перед тобой, Питер! Давай, не хватай! Тебе дал тот свет! А тот свет я спешить не буду, приятель! Что тут такое? Здесь хранится Лена! Пришли его пути, волна! Может, даже у нее есть свой предел! Стойте! Чувствуете? Нет. Вибрации изменились.
Мы близко к периферии корабля. И близко к Милана. Ты такое чувствуешь? Алло, усы же! У меня чуйка сработала. Чего? Вот он где. Не следуйте за мной. Я за Рейкером. Что? Гамора! Доверься мне! Ай-яй. Прямо по торсу еще одна куча дуболомов. Порви! Я нахожусь! Горы будет непросто! А чего ты ждал от убийцы? Рут! Вот так! Без этих придурков мы опасаем! Слишком она поздно не будет! Сбежал. Она знает, что делает! Надеюсь! Крепкие ребята. Что? Я говорю, что и мы не промах. Нас тоже в жизни неплохо потрепало. Ну, вперед! Кто со мной? Нужно было помочь? Колдун оживляет своих товарищей! Его безумие больше его не потревожит! Нечего обмахивать! Мочи! Эй, Грилл! Хочешь увидеть салют? Смотрите, он лежит крышкой! Кто должен погибнуть первым? Летающее создание начинает свое колдовство! Есть никакой мощности! Это и сделаем! Ракета! Кинь! Ракета! Ракета! А где убийца? Догонит! Снова подобрались к великому уморителю. Он всех отправит за нами. И мы встретим. Осторожно! Он в ярости. Разберемся с ним. Боль ждет тебя. Какого? Этот тренер подыгрывает своей команде.
Уничтожим! Ракет Рут! Твой выход! Так! Выжимся! Кажется, я знаю, где мы. Мы на Сакралии. Вау, чувак, не в бровь, а в глаз. Но скоро мы уберемся с Сакралии. Грут, а сделаешь мост? Я есть Грут. Я есть Грут. Да, что будет, если она нас не догонит? Если они поймут, что мы на Милан, они точно сдерживаться не будут. Я не оставлю Ховод еще раз. Ховод? В смысле Гамору? Да, конечно. Ту, что убийца. Гамора просила довериться ей, и я... Мы сами слышим. Тошнит уже от этой хрени. Thank you.
Нам надо двигаться вперед, Квилл! Взорви их, ракета! Вот-вот прибудет. Точно? Нет, но это все, что я могу. И времени остается все меньше. И как только они засекут Милана, они откроют огонь. Ну, я включил на нем бесшумный режим. Но кто знает, что за сенсор у Рейкера на этой штуке. Разничтожь его! Я переломаю все кости! Я пытался привести его в чувство. Их настойчивость не доведет до добра. Взорви! Еще один фанатик готов! Это нужно, это заслужили! Делай это, здоровяк! Мы не сможем вечно... Нужно отрезать им путь, или мы погибнем. Так, у меня идея. Спровоцирую перегрузку в аккумуляторах и устрою им бабах. Насколько большой бабах? Самому интересно. Отвлекайте их, а я все заминирую. Подпосты здесь. Мне нужно время. Не подпускай их близко. Ха-ха-ха! Это лучше, чем я мог представить. Звучит круто, но заканчивай там. Как дела? Но теперь настал конец! Играй меня, когда я полсыпал взрывчатки! Эти блоки не могут пробить его корпус! Запускай их, ракета! У тебя есть для них сюрприз? О-да! Рейкер, это надолго запрыгнуть? Вот где Гамора, когда она нужна? Говорю, ты не командная на игру! На себя-то посмотри! Кто от нас уходил? Я слышу, тебя меня подстрелят! Не бойся, мы тебя прикроем! Спокойнее не стал! Крут, притормози! Закончи их бить! Продолжай сражаться, драк! Берись со своей судьбой! Давайте! На тех напали, ребята! Постараться для переговоров! Спасибо за помощь, здоровяк!
дружище, я пытаюсь... Да, этот готов! Отлетает дальше, а я займусь следующим! Не знаю, насколько меня хватит! Постарайся! Не доведет до добра! Я не чувствую благородства в этой ситуации! Выживание важнее благородства! Питер Квилл, не стреляй за колдованного! Он твое получит! Прости! Мы уже готовы сдаться! Если бы все было так просто! Я не тороплюсь! Вот и не торопись! Да что ж такое? Почему он помогает всем, кроме нас? Я знаю, ты справишься! Моя велика, надо победить их до того, как они победят тебя! Едва выкрутились, спасибо, дружище! Одним фанатиком меньше! Готово! Все заминировано! А теперь валим отсюда! Сколько у нас времени? Я перестарался! Куда он меня? Туда! Туда, туда! Наружу! Черт! Так, держимся вместе! Не свались с края, не свались с края! Черт! Надо вернуться. Свихнулся? Я тоже люблю шумные перестрелки. Но мы же оттуда едва выбрались. А как же Гамора? Это был ее выбор. И ты готов бросить ее? И Ники? А будь это Грут, и его бы ты бросил? Я есть Грут. Не говори так, речь вообще не об этом. Да ладно. Мы команда или где? Своих в команде не бросают. Скажи, это гигантский хвост ее армии роботов и зомбированных сектантов, что едва не пришили нас всех! Гамора? Это же... Да. Как ты выбралась? Неважно. Не вышло. Рейкер жив. Пока еще. Надо вернуться. Мы же не бросим Ники одну. Он ее в такое превратит. Завела свою шарманку. Знаем, приемный папаша, трудное детство. Жуть! Ракета!
Что, это правда? И прикинь, ты не одна в жизни горя хлебнула. Это не значит, что мы мечтаем самоубийц, потому что некий маньяк-псевдопоп решил сюрприз поманьячить. Если мы вернемся туда, нам крышка. Крышечка! Крышка! Я выбираю честную смерть, а не бесчестие. Какая муха ее укусила? Я есть Крут. Итак, сматываемся отсюда? Не спеши. Сперва попробуем связаться с Космо. Я есть Крут. План класс, но он не отвечает по паспорту. Ну а что нам остается? Мы без связи. Ну, вообще-то связь может и есть. Оказалось, там все не так хреново, как я было решил. Правда? Грот до него достучится. Да-да. У убивашки сегодня особенно боевое настроение. Эй, смотри, не поруби там ничего в грузовом трюме. Запасы мы не скоро пополним. Суров? Извини, конечно, но можно подумать, это я всех звал лечь на амбразуру. Так, Дракс? Да.